6 февраля 2024 года. Афоризм дня на сегодня будет свежий шахматный. Лишь доведенная до края пешка может стать значимой фигурой, написала, соответственно, сегодня, 6 февраля 2024 года. Немереное количество афоризмов у меня шахматных. Парибальная ладья не для пешек. Июнь 2020 года. В жизни, как в шахматах, любой ход из клетки в клетке. Март 13. Король — фигура одноклеточная. 16 марта 2013 год. Ход конем особенно эффективен, когда конь троянский. Куда ходят белые, не имеет значения, пока за противником остается черный ход. В патовой ситуации ход конем идти свиньей. 31 мая 2011 год. Женщин от шахмат отпугивает необходимость приносить фигуру в жертву. Я как ферзь, куда хочу, туда хожу, вся квартира уже загажена. Ну, пускай будет так.